Приветище! Это VR. VR-симулятор плохого парнишечки в школе. Так, по видеоучебнику нам показали, что мы берем этот клей. Берем и клеим все нафиг чертякам. Вот, и пойдем. Эту кружечку надо взять, короче, вот. Клей вот так вот нанести, как будто яйца таракана, да? Или коконы пауков, я не знаю. Ужасный клей. ПВА, наверное. Приклеим к клавиатуре. Нет, не клавиатуре. К экрану. В топку стол. Это обыденность. К экрану намного... Ну что за дерьмица? Отклеилось все, нафиг, блин. Так, надо отодрать теперь от стола эту чашку долбанную. Нифига не получается, слушай. Заклеим клаву. Заклеим тогда по полной программе тут все. Намазюкаем, базюкаем белой всякой жижей. Ай, пофиг, короче. Все равно это стол училки, это ж не мой стол. Там мои полномочия уже все, кончились. Ждем училку, она с минут на минуту должна прийти. Я же в этой, в продленочке. Ты, кстати, заценил мою крутую перчатку с часами, с красным камушком, сам красил его. Сделал себе перчатку из говна и палок. Ну чё, блин, мне долго здесь сидеть, где учительница? Может, она меня кинула, она ушла и забыла про меня? А? Ладно, короче, я все заресетил, давай по новой. Надо, наверное, все-таки кружку к столу приклеить, тогда училка тут придет. Давай, впихивай сюда побольше клея. А, это была плохая идея, лизнуть клей. Чуть пол рта себе не склеил. Усо, наш план злыдня реализовался. Садимся вот сюда. Я слышал, что кто-то идет. Сейчас она придет и увидит сюрприз. Давай, заходи вон, я тебя вижу, что ты там встала. Я в тебя сейчас клей не могу взять. Да что ж топаные носки происходит в этом долбанном мире? И что, долго мне ждать? Она подслушивает, она, видимо, палит, смотрит, что я тут делаю. Может, она двери разучилась открывать, а? О-о-о-о, она зашла. Здравствуйте, заручитель. О, она запалила кружку заклеенную, но почему-то орёт на стул. О, я победил. Я выбесил училку, отлично. Это наша главная миссия на сегодня, выбесить училку. Новое задание, кинуть самолетик. Пфф, вообще легкотня. Бумага. А почему на видео какая-то молоденькая учительница, у меня бабушка? Не, я как бы уважаю возраст, и чем взрослее, тем умнее, типа, все такое. Но все-таки молодую училку, ну, лучше бесить, чем стареньких, правильно же? Уважение, все дела. Ну ладно, какой учитель у нас, такого и будем бесить. Значит, смотри, бабуль, самолетик. Виу! Я намусорил, я плохиш, иди убирай. Опа, красоте. Молодчик. Краса, еще и в мусорку выкинул. О, тогда бежим быстрее. У нас главная миссия, это, конечно, свистнуть кружку. Пока она там моет руки после мусора. Все, кружка у меня. Она не впалила. Она разозлила, что у нее встретили кружку. Я хотел еще один самолетик пустить, но никак. Все, win. Win. Win, дизель. Опачки, а вот и наша перчаточка пригодилась. Короче, щелчок Таноса. Вот такой вот щелчок Таноса, и мы можем, походу, останавливать время, да? Обалдеть! Научите меня только пальцами щелкать, я не знаю, как щелкнуть пальцами. Перчатка есть, а щелкать не умею. Точнее, перчатку купил или сделал, а щелкать не купил. Так, значит, смотри, он садится обратно. А, еще раз щелкает, выключает. И она... Она просыпается. Ну да, короче, мы останавливать время умеем. Офигеть, да? Круто. Да я, оказывается, не только плохиш, но еще и злодей. Супергеройский злодей. Точнее, суперзлодей, вот, без геройских. Ладно. Она попила кофе, мы щелкаем. Бежим заклеивать ее кружку, пока она не палит. Вот так вот. Обратно. Клей тут тоже оставим. Садимся. Отключаем. Вот. Нет, вот так вот, да. Получилось! Ништяк. О, обучение прошло! Все, мы в настоящей школе. А это что за дичь? Level 1? Бананы какая-то фигня. Вода! Вода в пробирке. Вода? Нет, это не вода, это что-то, ну-ка, давай. Какая-то фигня. Ой, простите. Простите, мистер Боттон, я не хотел. Смотри, тут рецепт магии. Радует одно, что из этого рецепта у меня есть хотя бы вода. Ой, уже нет воды. Она убежала.
Мне нужна новая вода. Где моя бесконечная пробирка? Вот она. Счастье мое. Суперзлодейское. Долбаные факеры. Все у меня сбегает. Может быть, просто потому, что я рукожоп? Так, значит, заливаем. Суперзлодейская трава. О, сюда заливаем. О, чаша бесконечности. Обалдеть. Банан. Банан штопанный. Опс, опс, опс. А что началось-то? Я просто банан взял. Вот. Короче, когда я встаю, училка начинает палить, и мне нужно скорее сесть на место, иначе она меня отшлепает потом конкретно. Ой, смотри, ботан к доске вышел. Давай, давай, давай. Умничай там, умничай. А я пока прикроюсь твоим умом. Что у нас тут имеется? Аптечка, рюкзаки. Давай-ка время остановим. Бум. Я прогуляюсь вот здесь, меня все равно никто не палит. Давай напишем здесь мох. Мох. Скорее на место, скорее, скорее, скорее бежим. А то время кончилось. Фух. А что это ты ко мне идешь? А, нет, она не ко мне, нет. Куда это ты? Какой-то учебник взяла. Может, это журнал? Она хочет мне двойку влепить? Ужас какой. За мох, наверное. Она впалила, что это я. Так, ладно. Сейчас я препаратом бахну. Как херовчик. Хорошо зашел. Смотри. Тут нужна какая-то фигня. Ну, то есть, помятая бутылка плюс вода, получится круглая бутылка. Че это? Как это понимать, простите? У кого-нибудь есть помятая бутылка? Или просто бутылка другая? Не пробирка, как у меня, треугольная. Как же? Она журнал обратно потащила. Ладно. Я пока тут с блюдцем разбираюсь. Блюдце бесконечности. Сюда можно любое барахло бесконечно заливать. Стопэ! Чуть блюдце не потерял. Ну где мне взять эту фигню? Вот это что это такое? Пластиковая бутылка долбанная. Где мне тебя найти в классе? Так, останавливаем время. И бежим вот сюда. Здесь куча всякого барахла. Может быть, и бутылочку найдем. О, шкафчики открываются. Сумочка чья-то, наверное, у Челкина. Все, время насходит, бежим обратно. Чтоб нас не спалили. В общем, все дороги ведут туда. К этим шкафчикам. А пока у меня накапливается суперсила, я сейчас наколдую магических лещей. Магический источник водяной силы, дай лещей этому. Ой, промахнулся. Вот так вот, все. Получилось. Это чтоб он лучше соображал, он же ботаник, ему надо. Ну ладно, ладно, чтоб ты не плакал, я же тебя поглажу, подожди. Магическая чесотка. О, какие все тут умные, то я тоже подниму руку для виду. Ладно, чтоб меня к доске не вызвали. Че там по моей суперсиле? О, есть, погнали. Let's go! Время остановилось, а я двигаюсь. Что, куча учебников, очевидно, что тут учебники. Тут еще одна сумочка. Ой, давай свистнем ее, ладно, пофиг. Зачем училке две сумки? Одна будет у меня. Чуть не спалились, но да ладно. Черт, какая она здоровая, надо убрать ее в рюкзак, чтобы не спалиться. Расстегнем рюкзак, что-то ничего не расстегивай. Оп, 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 спокуха, спокуха, она идет опять. Че, зачем ты идешь? За журналом! Еще одну двойку! Время стоп! Может быть, здесь есть бутылочка в аптечке? А, ее не открыть. Блин. Давай тогда откроем ящики ниже. Фломастеры! Валим обратно скорее, она тут рядышком стоит. Фух, не запалили. Рисовать на парте теперь могу. Вот это кошерно, вот это великолепно. Ностальгия. Постоянно на парте что-нибудь рисовал, а потом это все стирать заставляли. Так, ладно. Какой-то материк нарисовал. Стереть это можно как-то? Нет, ну пофиг. Надеюсь, училка не расстроится. Что у нас здесь еще есть в этих шкафчиках? Давай второй откроем. А здесь у нас блокнотик. На кой черт нам блокнотик? Все, возвращаемся, возвращаемся. Время на исходе. Ну что ж, надо придумать злодейский план. Давай его нарисуем. Значит, вот такая вот звездочка. Гениальный план. Великолепно. Вот такое озерцо. Нет, это будет танк. Гусеницы. Нам нужен танк. Злодейский танк. Короче, нам нужна маскировка. Значит, макаем фломастером сюда. Теперь, рисуем себе усы. Вот так вот, усы, все. Меня не запалят, я взрослый, детей с усами нет. Останавливаем время, и теперь свободно можем перемещаться. Все обыскал. Пластиковой бутылки помятой нигде нету. Странно, это наверняка какая-то уловка. Где же она может быть? Может, за столом у учителя? А может быть и здесь? Давай заглянем сюда. Сколько пробирок! А вон там круглая, может быть ее взять можно отсюда? Нет, нельзя, это подстава, бежим обратно. Время кончилось, меня запалили, но я успел сесть. Фух, пронесло. А че все сидят, ничего не делают? Гляди, а что это там у него на парте? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Это же шарик! Не мог мне раньше сказать, дубина, что это шарик. За это я возьму твою контроху и выкину в учителя. Бежим. Черт, мои злодеяния увидели. Походу, третья двойка за урок будет. Хорошо. Значит, получается, нам нужна капитошка была. Заливаем водички, вот она, капитошечка. И теперь еще банан. Вот, миссия выполнена. Капитошка есть, банан у меня есть. Что дальше? О, черт, блин! Облил себя и банан. Ха, я ее выметил, прикинь, вот-то. Я не хотел банан выкидывать. Я, по-моему, откусил банан и кинул как гранату. Пойдем посмотрим. Я поставил время на паузу. Короче, я почистил банан и... как вкусно-то. Я сожрал банан, у меня есть кожура. И давай ее кинем в училку. Когда я время восстановлю, кожура упадет на пол. Училка пойдет, подскользнется. А, нет, она не подскользнулась. Она волшебник. Она обладает магией. Она выкинула что-то туда в мусорку. Так. Нужен коварный план. Что, она все-таки шлепнулась? Она шлепнулась об кожуру. Да! Ой-ой-ой-ой, спокойно. У меня есть замедление времени. Все. Возвращаемся обратно. Вот так вот. Четко. Все задачи выполнены. И с капитохой, и с бан... А нет, почему-то не выполнено. В общем, ресетнул класс. И в том числе себя достал новый банан. И прям целый банан положу ей вот сюда. Может быть, целый надо было? Накормить училку надо было, может быть, я не знаю. А давай посмотрим, что у нас здесь. Тайные ящики. Нас спалили, я это время забыл включить, но сейчас включу. Короче, я спокойненько, аккуратненько прокрался без времени, она меня даже не впалила. Ха, да, и банан вон еще валяется. Но все равно миссия что-то не выполнилась. Не понял. Ой-ой-ой, она злится, она капец кипит. Я победил! Первый день в школе удачно прошел. Мои злодеяния оправдались. Ну что ж, на сегодня это все. Если ты хочешь увидеть второй день в школе, который уже начался, вот он, второй день в школе, то прямо сейчас спускайся вниз под это видео, ставь лайк свой крутой, что ты хочешь видеть продолжение. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить этого продолжения. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.